Всем привет! Какая комичка вылетит? А что он там делает? Ты нажимаешь там? Сейчас. А как он шевелился? Сейчас посмотрим. Сейчас надо нажать сюда или... Я же не понял. Не получается, да? Оживить. О, я понял, вот эту штучку нужно, чтобы он делал. Та-ля-ля. А ты на что нажала на него? Он сам начал. А он сам, когда ходишь, наверное, мимо него. Да, он реагирует, да. Такая. Так, а вот какие собачки, смотри. Чик-чик-чик-чик. Мама, да? Мне нравится рыбка. Чик. Мама, мне нравится очень больше всех. Мяу. Кот такой. Папа, прикольная собака. Супер. Возьми меня и покрути. Егор, иди сюда. Я могу говорить, я могу петь, я люблю петь. Вот, смотри. Она говорит, да? Прокрути. Говори. И покрути. На ушко, чтобы начать запись. Нажми на ушко. Скажи-ка что-нибудь. Скажи ей что-нибудь. Не знаю. Привет. Привет. Видишь, повторяет. Ты что ты там уже несешь, а? А зачем? Смотри, на управление, что ли? Нет, он это просто паучок. Не понял. Это просто такой паучок. Он просто не может. Так. Я понял, надо нажать ему на спину. Он в коробке не может, потому что он привязан. Привязан. Я не знаю, нет. Бегает он или нет, сейчас как настоящий. У него нет сердца. Двигается, как живой паук. Он изучает местность. Прячься, ему нравится заползать в укромные места. Электронный, да? Угу. Нет, бегает, нет? Да. Так, в комплекте оригинальный паук. Один. А, логово паука, инструкция, вставка с фоном. А, да, вот он бегает. Он долго бегает или нет? Папа, вот птички! Это птичка. Что такое? В клетке она там. Надо ее снять, потому что она не может так делать. Джиджи. А это пауки здесь? Ну да. Я их съел здесь. И здесь много птичек даже. Птички, они, наверное, поют, да? Ну да, они все поют. Но они, наверное, даже повторяют за тобой. Ну да, не знаю. О, папа, смотри, они что-то делают, эти черепашки. Какие? Ну вот, видишь, черепашка такая. Угу. Черепашка прикольная. Вот, вот он. Эти другие, видишь? Ну, мне нравится. Я понял, она тоже так же делает. Это и он цепляется, и эти цепляются, я понял даже. Видишь, он цепляется. Ну, это значок тебе здесь прицепить надо. А так это у него что, гайнер, да? Да, гайнер такой. Угу. А он что, летающий, да? Да, летающий. Он вот так делает, пау. Сейчас надо купить мне его. Обещаешь, пап? Рокки? Да, Рокки. Ну, я все большие, а это будет маленький получается. Мне нравится очень гайнер. Мне нравится гайнер. Смотри, скажи, трансформ. Это какой? Бамблби? Нет, это другой. Видишь, динозавр, он трансформируется в такого. Сейчас посмотрим. Где Бамблби? О, вот он такой, Бамблби тоже. Да нет, вот сзади тебя. Где? Вот, вот это. А там еще... И он даже... Да, даже, наверное, разговаривает. О, это и есть еще человечек. Вот. Что-то там говорит. Есть еще человечек какой-то. Ну, просто такой звук шевелится. Да, там маленький ребеночек. Нет, он что-то делает. Это мини-я, да, для бамбуки. А, вот он, полез и
просто прям Бамблби. Еще марка трансформер. Вот маленькие трансформеры, смотри. Совсем маленькие. Они трансформируются тоже? Да. И этот тоже так же трансформируется. Это... Пока-пока!